выходить, то, блядь, крикнем, пока он дойдет туда. Так я ставлю только того, которого мы убиваем. Типа второго похуй. Второго вообще не трогайте. Там только Deep Freeze был, и то потому, что он типа дамажит чистого бумага. Все готовы? 3, 2, 1. Понеслась. Убейте черепок, пожалуйста. Ко мне подходите только. И второго подлейте немного. Да пускай пиздует. Все, хватит, ладно, пусть. Скажешь, как на медведе будет 10 статов, начну бесколить. Сразу начну. Так как-то 30% получаем урон. Первые яйца. Вторые яйца. Вот после того, как закончится вот эта херня, будем уже бить. Начали бить потихо. Видите, если на вас согреваются, то лучше отойдите немного. Пустите в трэш, побыстрее его надо убить. На трэш добьем, по диспельте фулл танка. Войт и ШП. Побьем по боссу. Второй трэш то же самое. Три пака выйдет и сразу бьем. Похуй на вот этих троллей, вы их не трогаете вообще. Окружён, не сломлен. Еще один пак. Все, вышел, можете начинать потиху подбивать. Да, я соберу, сейчас, короче, все выйдут, дадите Геру и сезду иметь нахуй все на. А то мне агро сыграть будет. Просто диспельте, да. Подвижу чуть-чуть боссу, я там болечки лужу, да? Окей, собирай. Что, последний пак, да? Да. Что, подвел? Ага. Давай, Геру. Нажмите Геру. Фулл бурсты топите. Пока не умрите сейчас. А типа уж 53 стак. Угу. Дыхание сбилось. Помоги, Ваня. Ваня, помоги. Похуй, можешь умирать. Ну да. Балл в пол. Все, в катае дамаж.
я подожду, пока станет. Не, ну так-то так. Это важно до первого дыхания, Андрей. Звучит какой-то медведь. Живет. Пробивать начинается. Ну, он это берса. Не берса, а энрейдж. Короче, хуета просто с 30%. Хуета плюс хуета. О, нахлепало тебе. Сейчас последний раз вдыхаем и млак раз, да, вроде? Ну не вздыхаем, куда вздыхать будет. А, точно. Сейчас уже трэш и смертники, да щадись уже. Подохнуть норовят. У меня щит, по-моему, лучше. Да, у меня лучше, у меня с дыркой. Щит до второго. Трэш старил снизу, блядь. Ебать, это я не знаю, что это. Заклинатель огня, диспел, пожалуйста. Это я, что ли, привел, блядь? Сима, бля, скибиди за контроль. Тотем трепета. Прости. Клинать себя здесь палить. Может, пробежим уже, раз падаем, а? Куда, за стенку? Ну, туда. Да? Да давай уже убьем, блядь, с этого. Вот этого запомнишь, если, пожалуйста. Кратителя. Все, хорош. Заклинателя теперь. А теперь этих давить. Погреть тех еще сверху двоих. Лок, ты можешь встать, прибежать, мы долго бить будем. Я призван их. Удобно стоять на ступеньках. Стенку какую-нибудь уберите, чтобы вас не отталкивал. Это там души. Дух нотки можете отдать. Тут долго будем пить. Сами работают на них. Не работает. Это заклинание.
Все, все тут. Кидаю последнюю рыбеху, которая осталась. Знаете, Джесса? Стомер Ада. Рыбеха стоит. Режим боя. Нет режим боя. Массы и вов у нас точка нет. Бой, кстати, из-за чего-то. Слышишь? А, все, пропал. Короче, я... Из массы и вов настолько мастер на тьме. Что делаем? Что там по мобам еще у нас? Лорд, скольз, гуманоид, нежить, элементарь. Короче, лог, твой черепок, нежить на ШП, крестик, по дракону, по звездочке я даю контроль сам. По животному. Но хексовать нельзя, да? Можно. Ну давай полиморф. Поскользи полиморф тогда. Так, я в ДД, да? Да, все в ДД, кроме Андрея. Убиваем кого-нибудь? Нет. Есть такого пошлика, Джив? Есть еще пошлика. Джив стоит, все подчинитесь, не слакайте, чтобы там не было полетов куда-то. Вообще, все как обычно. Хилим, 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 хилим. Потом в один прекрасный момент дается массейв, мастер. И потом Гера. Он опорохил в основном. Ну, короче, Вань, знаешь, смотри, типа, давай с 50% ты желтый джар поверив, где-то с 30% ты даешь первому сейв, на, ну, уже, типа, а на следующий уже свои сейвы отдают. Типа. За что вы будете делать, если меня ВМК возьмет? У меня есть, ну, раса нежить точно. Такая топовая, я нажимаю волю отрекшись и даю масс диспел. Нет. А, понял, принял. Короче, это, напомню вам, не знаю, тут будут, блядь, каждого воровать скиллы, то бишь, у разного класса, то бишь, вам будет озвучено. Самый страшный, это, то бишь, соответственно, типа, АУЕ лужи, типа, ДКшный, паладиновская и локовский дождик. И контроль, ну, масс-контроль, типа, более-менее нас контролится, то бишь, сейвится. Все остальные, типа, там уже по ситуации контроль. Готовность. Ставь этот антрепет на всякий случай, мало ли там. Только тьмой в основном, так что похуй на все остальное. У этого Войда дайте к нам в пати, чтобы у него тоже снимал сразу фер. Так он сам себя снимет. А. Типа ты остальным РДД просто будешь снимать и танку. Все, все готовы. Подошли на рейндж контроля, чтобы дать по своим. Чики, поставь, пожалуйста. Что? Еще раз не услышал. Не-не, это я сказал тотемчики, говорю, поставить. Подходите, там маг, лог, этот ШП тоже контроль. Еще ближе, вы же не останетесь оттуда. Все готовы. Нет, выйди, подойдите, если чтобы вы могли кастануть. Три. Ты достанешь оттуда на ШП или нет? Я достаю, не пальцем. Там оттуда. Да. Окей. Три, два, один, кастим. Поскользи хекс нельзя, я так понял. Но и где оковы? Чё за хуйня? Али нахуй. Чё, выйдем, нет? Давай, падаем. Чё это за хуйня была? Ну, где скованье нежити? Подождите, я что-то проебал, что ли?
Тогда ты проебал. Да, очевидно, я проебал, дружище, извини, но мы не так, мы просто убивали. Ну, я не услышал, что мне надо кому-то этот дать, шакл, честно. Тебе раза три сказали, дружище, без обид. Чего-чего? Тебе раза три сказали, подойди на шакл, типа, и озвучили перед этим, что ты шаклишь именно этого моба. Так я ж тебе говорю, как раз таки то, что я шаклю какого-то моба, я не услышал, а потом он мне говорит, ты достаешь отсюда, блядь, ну да, достаю его. Тебе изначально сказали, что... Да я понял, но я этого не услышал. АШП. Вестик, да? Череп твой. Если кого рыбу с собой куплю, блядь. А кому я шакал отдаю? Корак. Спасибо. Нежить. Корак. Видите каски, чтобы я перебахать мог? Починяйте сразу. Макс, ты смог кинуть овцу, короче, в змею или нет? Я что-то проебался. Нет. Нет. Бля, скользя бить. Теоретически можно его загрипать и сбрить. Либо я в сову и буду слон его бросать. Так, дракон ему очень может нравится. Он дракон может овцевать. Спекайся в сову, будет заебись. Окей, давай. А я не могу скользя этим. Покаянием контролить. Давай, спеклись, Андрюха, в сову. Петь потанчишь пока я тут. А Т4 у него в сове санцепад не заденет мобов? Нет, я что-то не помню. Ответим подальше. Да, точно. И Андрюха будет... А, да, санцепад твой будет противным. Там надо, я чтобы... Т9 один. Давай Т9 одевать. Да. Так, давай я в танком, есть смысл. Нет, подожди, если он будет... Ну... Ему надо не по кому не попасть. По шаклу, правильно? Еще раз, он в Т9 будет. Там не будет санцепана. Оттаскивай босса к вот этому столбику, правильно? Бля, босс, сражался шкаф. Ой, не шкаф, портал дворал, не смотрит, блядь, банкой. У тебя нет инжи? Лжи все взять. Нет, нет. Окей, тогда скользи контролем. Всех контролем. Ну там же надо два куска снять или фул, блядь, я что-то не помню. Сейчас надо, чтобы двух кусков даже не было. Т4. Да, фул надо снять. Ну типа, если они вот там, где они стоят, останутся, а босс здесь, блядь, ну типа дальше 30 метров будет, то он не заденет, как бы. Это вот уже... я же за это и хотел сказать, что нет. Если мы изначально поставим будет так, на одном месте, он отойдет. Обновлять будет. Войт. Рейдж сапа. С 36 метров. Раньше санцепада 36 метров. А, тогда да. Так что просто забудь. Ну я типа в первом статике аж с собой это, ходил, бил. Вроде ничего не сломал никому. Ну, я когда ходил, я просто снял 3 шмотки и бил без 3 шмоток. Вы слышали, ребята, у этого VDK 4-4 в танке, можешь сейва отдавать. На FDK DPS их нахуй. Нет? А, он больше пить же. Просто чем быстрее убьем, тем меньше будет этих фаз ебучих. Ну тогда Андрюх не надо было спекать сову, сейчас вы уже били бы. Да есть ТЦ, ну что вы переживаете? Мы не можем законтролить мобов без Андрея, понимаешь? Сейчас пойди, блядь, иди этот ебаный шмот. Теоретически. Два приста могут соплю прыгающую кидать, и тогда эта фаза будет переживаться вообще на изи. Короче, смотрите, если видите, что плохо все идет, рейд упал ниже половины хп, киньте там на присте, типа эту хилок парочку, и на маге тоже там щиты пожмя какие-нибудь. Но... То есть жмите кнопки. Я могу им прожимать спокойно вообще. Только надо вложить. Нет, ты смотри, там перефаза вот, начинает он всех дамажить. Ты просто соплю кидай, она подскачет, там прохит. Не слабо так. Этот кто, он рога ложный выпад жмешь, да?
Там, в принципе, не... Ну, так я же говорю, под перефазу просто-напросто заранее нажимаешь гимн и все. Но гимн лучше под конец уже оставлять. Так что у нас два гимна. Не, ну гимн это одноразовая акция. Типа перефаз можно... Я сделал какое-то чучело, блядь. Сойдет. Все готовность. Подойдите на рейндж контроля и будем начинать. Мистер Бонд с нами. Все, все достают. Так, мы как же босс, да? Никого не бил. Только босс. Все играем только босс. Я все поношу, что без паники. Все готовы. На рейндж контроля подошли. Каст начинаем. 3, 2, 1. Кастим. Все отлично. Только не забывайте обновлять контроль, особенно лог с банами. Баны скидываются. Так, это работает. Он выходит с шаттла. Дырсия какая-то. Ладно, похуй, играйте все равно по боссу. Как там что-то делает или нет? О, нахуя ты взял, блядь? Лужа. Отводи. Нажми на паладине этот, да, фир, все и все. Блядь, Петь. Я тут еще опять. На нем, кстати, тоже диминишинга нет. Возвращаюсь. ТК спиздил, да? Да, да, да. Лужа. Андрей, контроль. Со сбилом контроль. Там 20 секунд. Заканчивает. Не, он в фокусе перед ебаном стоит, я тебе скриншот скину нахуй. Да, кстати, пал не юзал. Вот у Пети лужи будут. Да, конечно, лужи не лезет. Уже вышли. Крист, ты нормально? Нормально вы уже стоять. Крист. У меня зависло все нахуй. Давай собаку вызывай после бафа обновляй. Мак. Вау! Все нормально. Заводился босс. Кайф! Сука, это хуёво было, конечно. Бля... Танк не в тотеме был. Танк не в тотеме. Танк не в тотеме, точно. Да-да-да. Ну я дал этот самый... Смотрю, все 10, все 9 челиков, бежите туда к боссу, блять, дал у нас диспел. Прикольно, блин, мне понравилось. Стали, побежали. Хороший сервер, интересные боссы, так сказать. А конкурсы-то какие? Я вообще не понимаю, нахуй эти долбоебы тупые сделали на 10 человек майнд контроль, бля. Это же вообще пиздец. Это ебани меня к этому в патикске, видишь, чтобы он тотем и ставил, чтобы мне резало что-то немножко. Так а зачем, если у тебя раса? Ну, если два раза подряд, короче, то бишь. От, ну. от
от его тотема мана, я имею в виду. Не, я думал, если два раза подряд приступим, типа, ну с него ШКД там 3 минуты, я так понял, или сколько. Если что, можно глыбануть или бабл сжать на эту херню. Я, пожалуй, мага уберу спать. Такой маленький нюанс. Как только я в контроль взялся, я сразу побежал туда вместе с боссом. То есть он уже заявился. Ну да, все побежали. Ну как-то странно, вот. Но... Поэтому даже с тиком раз в 3 секунды трепет не спасет. Это знаешь, как фиксится? Там какой-то этот, когда бьют, он же спадает. А там какой-то периодический дамаг надо. И, или серый сульфурона есть, или какой-то моб, чтобы бил постоянку, на постоянку танка хотя бы. У меня на меня истерия была. А, ну не знаю тогда, почему так. Жаль, ты тут? Времени. 46 минут первого. Давай, ты Женя, ты тут? Женя будет. ДЦ, ДЦ. А напиши мне в ДИС, пожалуйста. Куда в ДИС? Ну, просто в Дискорд сюда напиши, чтоб я понимал. В ПМ, что ли? Да, да, да. Так он же в Дискорде, Voice Spirit. А, туплю, сорян, да. Так еще час. Листа нету, спека там холик или ДЦ. Женя, ты тут? Есть гибрид, но он не работает. Его в Дискорде нет. Может, опять свет был по-новому. Пока шмоткам что надо, грудак там. Он круче заходит, все будет. Ну, рольчик только похуй. Время есть. Идем до шума. Смотри, какой, какой грудак надо, медведя, а? ТДшного. Ну, давай, давай, ну успехи. 111 хосты, ух. Белый друид из монсета чисто, блядь, ты ТДшного. Ну, да. Ну, 24. Левая рука надо кому? 24 и трудок. Вот так вообще мощный. Это надо кому? Давай мне, да. Да, мне надо. А вон, жалите, кому надо. Да, мне вам не надо. Все-таки? Ну, это топовый на кота так-то. Где ты? Ну. Она же предложила удалить шмот. Бонда есть она. Бонд на том когда забрал. Палец. Ну. У меня палец. Покажи мне на свой палец. Палец надо зацепить. Это ж такой же палец упал, да, на том когда? Короче, да. Хочешь. Ну два раз плюшу. Давай на демона отдам, на где-то там. Бля, я в этом горе хоть что-то надамажил, какие-то дал хоть 5000 нахуй. Грудак надо кому-то, нет? Нет.
6300. У меня дотейлс просто нет. Надо, Андрей? Или как? Да, да, это надо. Оно мне только, блядь, ну типа, так, бока криво, блядь, одно и только надо было. Плечи, я не знаю, себе ставлю или ДК дать на таком. Да ДК смысла нет, это же блокерская хуйня. Это новое. На блокера тоже взял, напало. На ДК-Т4 я выкратил. Хоть 79 блокирование. Ну если тебе оно нахер не нужно, я могу напялить пару дипломисов. Месси блокера ну, будешь делать? Ну, блядь, 170 выносы, ебанись, плечо. Да, тупо ради этого. Ну, и тут синих дырок. Так, еще 12 за соответствие и синие дырки. Ну да, неплохо. То, что у меня осталось. Раз, два, три, четыре, пять. Кроме посоха, надо кому-то что-то? Окей. А, блядь, кистевое полторашка. Хотя давай кистевое мне полторашку надо. Только у меня пойдет. Где и пойдет? Ты захочешь кистевого комбата сделать? Ну что, на шедешку можно в оффхенд? Я пойду рыбу куплю, блядь. У меня пока там рыба. Блять, было бы кистевое вместо скорости крит, вообще пиздато было бы. А там же еще одна костевая, 1071 падает гнев, которая типа... А я не смотрел. И дагер 2 сокета, типа, да? Ну дагер 2 сокета, там 1.8 скорость, конечно. Ну, дагер на шедешку. У меня под мутикой вроде неплохие дагеры. Не, ну в оффхенде, конечно, у меня такой все. С РПБ, блядь. Без сокета. О, зашел наш шалом. Нихуя себе видел, блядь. 10 штук, 1010 золота. Чё говоришь? Говорю, рыбу купил, блядь, 10 штук, 1010 вот. Золота. Я думал, она, блядь, понты стоит. Ну, ты скиньте баф и поехали по новой. Да, старый поставил. Блять, был на мне титан, взял, перепил не титан, а это БКшн взял, БКшн перепил. Ты долбоёб. Да уж, сегодня Зуломан такой долгий пиздец. Вань, крест кинь, Вань. Блять, крест надо кидать. Да, привычки. Да, кстати, здесь тотем исцеляющего потока помогает очень сильно на пачку. Баф еще раз каски, я перебафаю. Жень, у меня один вопрос. Ты видишь, когда с приставы воруют скиллы, типа, ну, типа, скиллы, когда босс ворует, типа, с какого класса? А ДБМ показывает тебе? А для чего? У меня вообще, у меня ДБМ пропал еще на петухе. Я не проебал с тотем поставить, трепет. Так он может по КДБу ставить. Я его ставлю, все время ставлю тотем этот. Мне нужен сила. У меня пропал ДБМ, когда я еще на первом боссе что-то там что-то слаганул, и я не видел бури, уже все. Так, ладно, все. И старайся поконтролить на престе, пошаклить. Когда... Потому что у меня двоих контролить, это пиздец. Я его уже выкинул. Три, два, один, нажали.
Собор Украинской Православной Церкви подчеркнул свою независимость. Лучше не разрывать. Контроль сейчас просто открыть. Сегодня многие Динерские лужи будут. Крытые лужи, не литр, да? Вроде. Подливает. Бонд в луже стоит. Крылья, Хилтон. Контроль еще обновить надо. Сегодня важнейший день в истории взаимоотношений Вашингтона, тем, что раньше... Медведев украл. Был шипы. Это шипы сняло, если все можно. Я не понял, дома. Процессы диспальнить хорошо. Процесса прохилить от Андрей. Воида, готовьтесь, контроли могут быть. Тотему трепета подойдите. Хила, он хилку берет. Сейчас буду давать на тьму мастер. Там хилку кинет всем крестом. Что, на Next Геру дадим и добьем уже. Скибиди, нормально, шаман ничего не делает. Бан. А смысл держать? Там до Алсфазы и Анкатиса. Андрей, дашь, если что, если что, спокойствие, дашь на следующий каст, дубовую все. Да. Что говоришь про истерию? Я про Гер. У меня есть истерия, могу кому-то закинуть по Геру. 15 сек нормально. Можешь мне кидать? Да. Нет. Можешь мне кинуть. Можешь банку кинуть. Бан. Волга поднять, хорошо. Лужа может быть аккуратно. Прям бойка, стол прохил. Мне кажется, на траве. Аккуратно. Последний раз контроллер давить. ШП, давай на ХП сейчас, через 2 секунды, читай. Касти, ШП. Все, добили. Блять, ну почти мада закончилась на грёбаном паладине. Пер. Фернул, проверяй.
лучше. Что там, дрябая триника и дрябая голова. Зря шли. Да. Ребята, только я не вижу паладиновскую лужу. Желтая там, ну, наверное. А, ДБМ орёт на полэкрана. Нет, ДБМ орёт, я просто ее не вижу. Да, есть, есть. Получается паладин имба. Если ты ставил какие-то патчи, которые типа понял, типа там на форуме есть, которые срезают рафу, то можешь не видеть. Не, смотри, она вот, ну, когда ее кастуют, мы ее отводим, да, вот иногда она прорисовывается, иногда нет, у меня патчей вообще никаких нет. Там ДК, что я лучше бывает. Ты видишь паузскую, разлей паузскую. Поехали. Вот это я вижу. А, ну то все нормально. А что это про собак? Друг, просто ты танчишь? Андрей обратно в танк, а Петя в танк. Хуй, наверное, да? Ну тупо жирнее тебя. Тут, я слышу, нет. Друг, в танке. Респект только поменяй. Не в совет танчик. Все, посох анролите, да? Видимо, да, воет. Что-то это он решил, не решил, я не знаю. Что там? Я за всех, блядь, сейчас решу. Давай, пошли тебя рубить. Давай, дебей. Сейчас добьем, в любом случае, там может еще какой-то мост оставить. Короче, фаза, когда мы забиваемся в угол, синюю метку поставил. Вой, знаешь, когда диспейлить, Женя, знаешь, когда хилить. Короче, все знают, умеют. Первая фаза просто топоры быстро прохилить. Вторая фаза подиспейлить, правильно перевести на 62%, отводишь босса вот сюда в центр. РДД переводит. Третья фаза, все забились в угол, нажали все свои сейвы, поставили только тотем на природу, убрали питомца, маг и лог. Матушки-хуючки, Андрюха, потом будешь спринтовать там от ветерков. Центр на ходу еще не кастим, просто перебегаете. Перебежали, прохилились, потом только начали аккуратно бить. Аккуратно перевели орла, с орла в рысь прыгает, подбежали под очко к рысе, бьем. Рысь желательно поставь куда-нибудь вот сюда, чтобы при перефазе ворла он типа бежал до центра, у тебя было время типа забрать его. Тяжко водить, потому что она, короче, фиксится и кастует, типа, ну, типа, она практически... Да. То есть, если мы кучей перебежим с тобой, то она там и останется, в общем, дело. Окей, тогда да. Короче, на фазе рыси сначала один ДК даст бомжей, потом второй, тогда мы обновляем, потом вызываем. Фаза, не знаю, куда-нибудь поставишь и водишь по часовой стрелке. То есть РДД начинают, становятся я и бьют. Сюда, вот отсюда я такого поведу, короче, вот. И по часовой, то есть вот так вот. Я не поведу его по часовой, я говорю, попротив часовой поведу, мне вот так удобнее. Ну окей, тогда просто, короче, РДД вот тут, где паладин начинают, то есть стоят тут, пока не приведут прямо сюда босса. И сдохнуть от этих, блядь, столбов. Поехали. Все готовы. 3, 2, 1. Герой. У нас вечно хотят что-то отнять. Бурсты по КД. Стесняйтесь. Таймер Нгеры тоже. Понимаю. 2000.
Давай не будем тратить БР от начала боя, блядь, падайте. Зайдите все в точку одну. Блок, нажми СС по кому-нибудь. Ид был или что? Слушай, я не знаю, но это... Я начал первую пати считывать, пока им пятерым дал. До вас не дошел. Вы отбегайте, наверное, лучше. Нахуй это надо, а мы... Не, ну просто... Броню я ладник. Я думал, вы там латные пацаны, на коже какие-то. Хотя да, кстати, я ж латексный ублюдок. Да. Путь, кожа и пояс. Ну, там отпрыгнуть пусть сколько, там, там 12 метров отпрыгнуть вроде. Два прыжка сделать. Ну, ветер уебал на 30к. Я говорю, лучше не вихрь не войдите, потому что прийти топор и вихрь, блядь, и все, до свидания. Ну, топор и вихрь, это понятно, да. Активируется от одного вихря, это эпик. Дайте себе каску и рыбу. Каску. Или талант P5. Так, у меня крест с бафой. Да. Пинсим, похавай там рыбу и поехали. Бля, бать, у нас там буря за окном. Так, отвались вы там, это, не скучайте. Да ты уже один раз отвалился. Второй раз не отвались. Как было? А? Чё там? Лок тут, всё хватает. Какие-то лобные подтвердил. Я отвалился. А, 3, 2, 1, понеслась. Танка похилить надо? А у меня похилить, что ли? Что-то открутили. Да вы гоните, короче, ребята, вы что, давайте без выебона вот это всё будет. Есть. Да нахуй, типа... В конце может пригодиться, да, БР, блядь. 10% босса, блядь, у минус один, вы что, прикалываетесь или что? Короче, отходите от вихря. Они, видимо, что-то апнули. Может, они же не анонсят нихуя, не горите. Да ты с этим, со щитком он был или без? Да, что-то апнули, 100% нахуй, а не мы просто рачены нахуй. Я еще под выпадом был. А ложный выпад тут не работает, он как рассекающий вихрь тут. Ну, рассекающий удар. Где ты тратишь вот эти, блядь, ну, у меня жопа горит. Вообще... Отходить надо стопудово, Беликом. Все, будем отходить. Не тратьте, блядь, ну, типа, прожим вот этот сейвы, блядь, вставание вообще зачем? Блядь, ну, боже, типа, последний, да, я сам взломан, не сильно сложный. Ну, и не надо тоже, блядь, его забрасывать, блядь, шапками, нахуй. Чё, худики, я ресницы кто-нибудь? Кто тебя замутал, вопрос? Ну, я не знаю. Я замутал, потому что там телек работает на заднем фоне. Ага, ладно. Блядь, как ты понимал, он настолько тихо работает, ладно, я сейчас... Пацаны, на первой фазе все РДД стоят сзади. А какого хуя вы там стоите возле босса, я не знаю вообще. Поэтому все и умирается. Убирает Рога и Ратик.
Это было последний раз. Сейчас я не буду умирать. Так правильно, потому что в РДД должно лететь, блядь, это. Там же, по-моему, от расстояния зависит. Нет, я ошибаюсь. Они от вихря отъезжали. Это был даже был топор. Это был обычный вихрь. Это был топор, я бы вообще тут завалил и просто сказал бы, я дурак. По вихре на 32 тысячи, ну что вообще? Дима разлизующим криком на него. Окей. А вихрь это ж, ну, сил природы? Тотем стоит у нас от этого? Не сил природы, это физа. Ну а сил чего это? От сил? Сил физической атаки, блядь. Брони надо побольше, чтобы меньше ебало ломало. Я три раза спарировал вихрь. Мне просто интересно, ну, зайти посмотреть. Физический урон, почему? Ну да, он тридцаточку въебал вихрь. Я 32, так что. Все готовы? Давайте, только отбегаем все, как модные парни. Да. Три, давай, два, давай, один, полетели. У нас вечно хотят что-то отнять. Черепы вернемся. По два слайдера. Нет, ну, дудки обнулил. Вот, лок. Вихрь будет. Стербон, ты можешь, когда он начинает кастить, просто отпрыгивать, ты успеваешь. Я не успел прошло. А здесь работает эта штука, роги выбить оружие или нет? Не-не-не, это ж босс. Прохил? Женя! Что-то проебал. Меньше говори. Двоет. Знаешь, как тебе? Да, это поэтому. Вайп. Жек, смотри. Ты просто хилишь чисто быстрена, орехи на танке, да? И как только в кого-то летит топор, ты смотришь, в кого смотрит босс, и в него уже кастуешь большую волну. Ну все. Только так ты можешь спасать жопу правящих. Это был сейчас не милик. Это был топор. От этого я хилил, хилил, я был нормально. Тут, а тут, блядь, я дурачок, да? Нет. Ну ты поговорил и цель умерла. А кинжал на сколько бьет? 1025-1013-1002 тика. Так а что, обычная шилда ДЦ-шная не сейвит его? Нет. А, ну тут хилку надо влить, любую. Она тикает до полного исцеления. Ну не слабо. Он под щитом. Так, ну ты, ты отдаешь шилду и пенанс кастуешь в таргет и все. Он под щитом, был ХП теряется, пенанс не долетела. И второй тик его убил. Только я ее тыкаю, она даже не долетает. Быстро сильно там, ну не знаю, что надо, блять. Секунды полторы, например. Поднять хотя бы 1005, не знаю, хп, блять. Ну хотя бы быстрена, да. И там уже тики пошли бы это, 15. Может они его усложнили, значит надо наперед ебать кастовать тогда уже. Это вообще весело. Вся вот две зоны прям в одном, блядь, прямо сидите, нахуй. Ты, кстати, Ваня, можешь флешку на скиле дать в челика? Хотя бы там 5000 отхилит. Проб не всегда есть, ГКД не всегда есть. Ну, если вдруг получится, то это... Пацаны, 30 секунд АФК, извиняюсь. Тоже помощь будет. Что сделаем? Да, ебаная первая фаза такая сложноватая, остальные вроде попроще. Первая и последняя. Ну, на прошлом году все было вообще изи на первый. Да? Вообще даже не дали. Все, вроде могу. Просто боюсь, что я вихрь проебуюсь в башке. В
Соберитесь, тряпки. Крест. Сейчас, одну секунду, да, я пришел. Готов. Станьте в одну кучу, чтобы вас, блин, просто если... Поставь на меня мир, пускай РТД в меня выйдут, пожалуйста. Какая разница, где вы стоите? Большая. Какой разницы? Вы прохиливаете цель броска, либо нет? Я Мелдом словил. У меня есть время, пока мисс тебя летит, понимаешь, чтобы тебя засейвить. Если в РДДшника попадает вблизи, конечно, ты никуда не успеваешь сделать. Да, перестал. 1% перефазы, готовьтесь. Перефаза пошла, все убежали в луну. В луну. Три, ушли. Поведи босса сюда. Напомню, блядь, на перефазе, заранее сдаете сейвы, когда он озвучит, и больше нихуя не жмете. Жень, поставь тотемную природу прямо сейчас под нас, только тотемную природу, хорошо. Маг и лок, вы будете убирать питомцев, скажу. Убирайте питомцев. Андрюха, отводи босса чуть подальше от нас, чтобы хрени сразу ударились прямо нас. Добивают. Стой там. Один процент перефазы, готовьте сейвы нажимать. Пробрали сейвы и все, ничего не изменилось. Сейвы нажали, стоим, чилим, хилимся чисто. Я хуй знает. Это охуенно было. Круто. Возможно, не все ушали. Не все волны. Ну, либо что-то волны не стало, либо это. Там ветерки просто несколько раз ударились. Ну вот именно, типа, то бишь, смотрите, блядь.
Вам озвучится за 0-1, короче, вы отдаете свои сейвы, и все, вы не двигаете персонажа, бля, вы просто упираетесь сюда, блядь, вот. Ждете, блядь, ничего не кастуете, нихуя, вас ударилось, и все. Если вы начинаете двигаться и нажимать какие-то скиллы, они могут пойти обратно, то бишь за счет агра, и пиздец. Так, ну давай, у меня вопрос просто, вот кто сдох? Кто сдох? Вот у нас еще единственный шаман, у сейвов никаких нет. На него, допустим, каплю, напала бабу на себя. ШП тучка, Джуна, его вот надо чем-то засейвить. ДК не могут сдохнуть никак, я на себя дал зубы. Танк не сдох. Меня ваншотнуло нахуй просто. Так точно нажми. Морбонд. Вот Роги нахуй. Кош, по-моему, спасает, да, от этой хуйни? Вой, ты раз здесь был, мы здесь ну, я упали. Прошел. Но мы не упали мы здесь, это просто кто-то двинулся, вот и все. Марсес глыба. Еще может быть в глыбу. Я не знаю, нахуй, хуй знает. Фадикей. Блять, надо просто всю свою хуйню отдать. А может это. Фадикей там не хочет потанчить, что у него там БДПС? 4-4 здравая тема здесь. 11к надо. Не сказать, что пиздец прям мешает. Че, Андрюха, как ты смотришь на потанчить? Фадикей, мне давай. Все равно уже. Потому что минус 15% урона будет больше шансов выжить. Локу. Отойди пять немного. Я тебе будет скажу честно, если она вбьется 3 раза подряд 4 вихря, там тебя ничего не спасет. Но тут не хилится кто? Шаман, Лок и Рога. Вот на них надо сейвы какие-то массовые. Без массовых сейвов я хуй знаю, как их сейвить. Себе дал я зубы, допустим, 4 кнопки даст на скибиде и каплю на себя бабу. Я хуй, там шамана сапоты, типа это банка плюс, короче, я не знаю, что он вообще не должен умереть, шаман там. В прошлый раз не умер, плюс у Марсеса, типа, если даже глыба в КДМ, у него есть магический доспех, типа, плюс сапрот еще. Кстати, о сапротах. Мы под сапротами или нет, что-то не заметил? Нет. Сапроты здесь дайте тоже. Фаску. Я вот именно говорю для тех, кто, блядь, умирает, для тряпок. Типа, условно, вот, шаман и Марсес, и все. Сапроты? Ты что, в сову? Мне попы, я в сову? В сову, Фадикей в танк и поехали. И если Фадикей затанчит, если он не против? Ну, я не против, но и, вот, и затанчили это, типа, вот это вопрос. Нихуя тут ну. Сложного нет. Вот когда птица по этой вихри 4 на тебя полетят, ты зеленую власть включаешь и бегаешь кругом и все, блядь. Вот, но Т4 ты должен. Но Т4 ты под властью льда должен дать. И уже когда они на тебя бегут, ты это видишь, уже тогда зеленый включаешь и бегаешь. Все, а дальше все легко. В ПшКе жмешь все. Ты подожди, когда я Т4 нажимаю, еще раз не понял. Вот смотри, когда ты. Вот в синей метке. Когда ты видишь, что он вышел с формы медведя. И вот сюда подтянулся, задача нажать Т4. Понял? Да. Да, то есть 4 вихря летят на нас, ты нам Т4 даешь, чтобы мы не сдохли. И когда видишь вихри от нас отталкиваются и бегут на тебя, ты уже включаешь зеленую, чтобы от них бегать, и на зеленой власти бегаешь. Сейчас забафуюсь. Раз готовность. Сейчас одну секунду. Лапу, каску. Каска. Лапу надо. На один трай вот еще. А ты ему поставь по центру, пожалуйста, сразу. Все готовы? Все готовы. Так да, что, вот. Нету каски, да? Каску на 8 кто давал? Барабаны эти. Хорошо. Давайте, 3, 2, 1, понеслась.
сильно близко подходит мини. Мы сам бы потом. Да, в Луну побежали. А гроб по новой набираешь. В Луну заводи прямо. В Луну, да, и развернись, все. Ты синюю повесил? Да, синюю. Не знаю, но какие-то фрезы на полсекунды. А от меня должны удариться ветерки первый раз, нет, или нет? Я ни разу не должен. Я не должен догнать. Если я сейчас он, ну, короче, меняется фаза, я иду в центр, ветерки сразу на вас, они автоматом идут, правильно? Или как? Да. В центре, а чуть там правее. Ну, да. Сейчас поставишь босса в синюю метку, когда скажу. Пытов поубирали, лок и маг. Уводи. Лок питомца убери. 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, сейвы. Нажали сейвы. Прохил. Нормально, вот это другое дело. Вы не должны хил стопать никогда сейчас. Нормально. Перебежали в центр, беги. Зеленую стойку поставь, анфоли. Иди, не останавливайся. Просто W зажми. Да сука, лок. Лок, блядь. Пизда, нахуй. Куда? Потеряли? Блядь, встать и нажать спал, чтобы убиться, это... Не вставай без команды. Результат. Чё, пробуем? Попробуем, да? Пробуем. Ну тяжело будет в конце. Что поделать? Не домажьте, смотрите за своим ХП. Выходи свою смерть тогда. Там периодически дамаг. Тут периодически ничего не бьет. Могу стать и ФК, мне бить не будет. Вы когда стоят там, петвали сразу. Пустите пока дэшу сказать. Он дистрибью, да? Киммер по скибиди может не дать. По времени не успеваем, да? Сколько там времени до берсы? Порядок, до берсы еще 4 минуты. Притык. Что будем идти, успеем? Кто первый дом для доски? Первый туда.
Когда будет перефаза, сначала жмешь грипп, потом меняешь стойку, как грипп висит, у тебя время будет. Потом таунт. Готовься. Сейчас надо будет грипп делать. Готовлю бомжей. Грипп. Так, бомжей. Стойка и таунт. Подачку к боссу. Фолок и воет. Блять, у меня влетел, но это не могу. Ничего, ничего. Фолок воет, скибит. Фолок скибит. Кинь шиммерский видик, как будет. КД, таунт нажми. И там тебя вызовешь, шмак. Блин, долго что-то, сука. Давай цепим, да, и срень. Мы, походу, не укладываемся. Угу. Дом, блин? Нет. Это, а массет не давать когда-то или нет? Скажешь? Нет, я скажу, когда. Процент перефаз. Перефаз забирай босса. Когда в миллизоне будут эти столбы. Геру. Геру дали. Готовимся, столбы. Скибит. Так, Петя в лице стоишь. Зоны. Масет, если слышишь. Следующий столб, готовимся. Ман, есть у кого, ребят? И на русский будет дать. Дал гейм. Все, лока не хватило нахуй. Перса, 7%. Ну, лока нельзя было прям. Ну, блять, вот одно тело падает, мы его резнули и проебали пиздец по-тупому, блять. Лок, нахуй ты встал. Четыре раза ебанул опять в этот вихрь, блять, ебаный. Посмотрите, сколько там до посоха еще КД, потому что сейчас... Сейчас, поедем. 10 минут. Я смотрю. Сейчас, вроде. Короче... Где... Контролим посох или нет? Угу. Да, да, нет, нет, там плюс чат киньте. Значит, контролим. В смысле, Рона, добей чёру. Блять, босса почти убили.
Сейчас, ну, нужно, чтобы это, лоб когда вставал, чтобы это, сказали по команде это, и чтобы мужчину только перекинуть. То он сдох, шов налепил. Никто не ожидал, что он будет вставать, он сразу сдох. Давай еще один трай, что, не успеешь или что? Нет, конечно, не успеем. Трай босса 10 минут. Смотрите сами. Лено. Ты тот? Окей. Уходи так уходить. Это посох твой, да? ДЦ, давай за два. Говори такие вещи. У меня идет стрим с администрацией. Что я тебе сказал сейчас вообще? Вообще не говори по поводу какой-то покупки там чего-то такого, потому что администрация, мой знакомый, смотрит ГМ сейчас этот стрим. Я такими вещами не занимаюсь. Сори. Давай паролем тогда. Ну, у нас было не много. Кто сбил, блядь? Может, два на лоста доберем кого-то? Ну, было бы неплохо. Надо кому-то. У меня прям просто вообще заебись, блядь, рейд. Ибо я пошел сюда только за посохом, и он анрол, ибо я такой, ну, хорошо. Что-то кому-то надо? Я не знаю, сейчас найдем человека, нет? Да надо, блядь, добить. Вон там есть шаман стрела, а его нет уже, все. Есть, есть. Но он только хилом. Он Маруха здесь, блядь. Давай его, а чё он? Ну, похилит, а я... Кто вас больше бьет, ну? Я. Ну, нам нужен еще плюс один, получается. Симбарсос уходит. Но я тактику не знаю, назвал Джина. Тебе надо только хилить и все. Пацаны, давайте посох паролем, ебаный рот. Уволили. Ну, блядь, ну вообще нихуя не хорошо получается, блядь, так. Так его же анролят. Ну, так я же за это и говорю, что давай паролем. Так его анролят. Или кто там ролить собрался? Вот это не все же были с ним. Лист ШП. Не, ну реально, я сюда шел, блядь, но я бисовый, мне только посох нужен, блядь. Ну, написать... Подожди, давай, короче, смотри. Я тебе с другой стороны зайду, смотри. Короче, смотри, я не хочу спорить, доказывать. Посох анрол на этом точке. Второй момент. Ты шел за посохом, ты мог бы прямо спросить. Посох может быть анролом? Тебе бы честно бы ответили все, что он может быть анролом. Не надо вот эти сейчас устраивать детский сад. Да. Я просто вспоминаю, я тут за зовом ходил. Я спрашивал прям сразу, зов может быть анролом? Говорят, да, но я не иду. Ну, ты бы сразу спросил. Ну, реально, если ты за одной шмоткой. Слушай, ну ты же видишь, что я сейчас, ну я ж не матом на вас ору или что-то такое, я просто, ну... Адекватно. Я вообще не знаю, у кого посох, если честно. Вань, вон, бери стрелу, он только недавно сделал пароход к себе. Короче, плюс 3 добирать, это посос. Че, ушли 3 человека, что ли? А, ну... Ты не ушел, ладно, плюс 2. Надо стрелять, еще плюс 1. Я... Ладно. Слоком хрен с ним. Один вопрос. Марсес забрал палку, да?
Не, он не уступил Войду. Я забрал. Я понял. Не знаю, если будет время в конце недели, может, это донесем. Если кто-то захочет. Да, можно. Вторник, среда. Так можно. Уже, ну реально до хера сидит. Что, завтра приходите. Во сколько мы там ставили? В час? Это душнина, пиздец просто. Я в такое играть не хочу. Да, тяжело что-то. Да и проходите, и как-то это. Что-то на прошлом КД что ли проще было, не знаю. Может, часа за два мы прошлый КД принесли все вместе. Потому что хрень всякая начинается, кто-то вылетает, потом еще что-то, потом обосрались на Акизоле. Ну что это? Ну обосрались один раз за меня, короче, ну типа это ж не весь рейд, блядь, у тебя весь рейд был. Ну так, бля, трюх, с этого начинается. Один там обосрался, другой здесь, третий там. Вот и выходит 2 часа. Ладно, когда соберемся в следующий раз, чтобы понимать, плюс-минус? Завтра, в час. Это второй рейд ты имеешь в виду, да? Ну. Нет, я про допронос. Допронос? Да я тебе скажу больше, допроноса не будет, можно даже не думать. Да там зов лежит, мой, блядь, нахуй. У нас два человека с ЛФГ, то бишь, это уже, типа, ну, блядь, надо добрать 2 человека, которые пойдут, типа, прямо на лоста. Надо найти 2 человека, которые надо... Если допонос будет, он будет либо во вторник, либо в среду, где уже никому не будет жалко КД. Понял. Да. Такие рейды, они должны, блядь, просто пушиться, и раз закрыл, и ушел, блядь. На их допроносы добрать, ну, что такое все, блядь, ну, я... Кому-то проще пойти на 3 сундука, чем пойти, блядь, за лучшую наковырять, нахуй, типа. Бля, я скажу вам так, мне на паладина вообще нихуя не надо с этого рейда. Ладно, всем пока. Вот стола совсем. Давай. Тоже такая же фигня, Павел шоу, вообще думал, что рубить-то, блядь. Ну, я теперь, короче, кольцо забрал, все, я тупо на сову буду ролить, мне там тоже нихуя не надо. Бля, нормально ты придумал. В смысле? Дай людям одеться, бля. А? Говорит, дай людям одеться. Бля, если бы я не хотел бы людям это делать, я еще бы душил, если бы за пост тоже творил 2 ролика. Вначале Рейд написал бы, что иду с собой. Ну, если будем честным. Я ж никого, я типа не понимаю, что я без шмот не заберу, типа, понял? Ну, какие-то плащики, какую-то хуйню такую, типа. Уже я могу паролить. Я уже думал, ты там хочешь, что плащ 71, посох 71, кольца 77. Ну, блядь, я адекватно понимаю, что есть постоянные игроки, которые типа, блядь, ну, не надо. Короче, забей. Yeah, ну, вот такие обычные шмотки, распеки, это нормально. Да на медведя все равно ты заберешь, Андрюх. А вот на отцову это уже в спек. Да потом сколько еще раз туда будем ходить? Считай, повыпадает, потом эти палки будут уже не нужны никому. Я еще раз скажу, я свой лут, блядь, везде достану, мне похую. С вами без вас, если мне надо будет. Я уже как Колян мыслю, блядь, вот честно, типа. Я вот, ну, типа, если здесь люди, которые вот, блядь, вот, допустим, идем в рейде, и есть люди, которые душные, прям, и я вижу, что, типа, они пиздец душные. Мне похуй, я бы возьму и буду ролить на сову. Если типа нет таких людей, я уступлю весь шмот. Андрюх, хочешь пожать? Вот честно. Андрюх, этот чел писал еще с медведя, блядь, по поводу купить шмотку. Знаешь, сколько разница в СПД? Ну... 126 СПД разница. Ну, это, ну, для ДЦ, ну, типа, вообще для СПД пацанов это палка топовая просто. Я не знаю, что Марселс от нее отказался, он зря от нее отказался, вообще просто зря. А он в ПМ, он написал, я у него спросил, он сказал, с 10 геры будет посох, он говорит, он лучше будет. Ну, нет. Человек, видать, не торопится одеваться. Нет. Я так не знаю, просто, блядь.
Посох лучше, ну, будет только 25 гер. Да, 25 гер только. Лучше палки нет вообще сейчас и не будет. Угу. Короче, завтра в час. Давайте. 25 гер, там уже 2 сокета или 3? Что-то не могу понять. 3. Ну, знаешь, 25 там 77-я или 84-я палка, а тут 71-я просто. 25 гер там вообще это берут, как он называется? Ну, Аркус он дух хаст, а эти, Теренас прилив. Он имел в виду 10 гер, где 71-я, ну, блядь, сейчас кому? Не, в 10 гер это либо такая же, либо хуже вообще. Там, сейчас забей. Сейчас посмотрю. По-моему, там 64-й шмот. Ну, с ласта. Не, со ста, по-моему, там дух хаст или дух крит, что-то такое. Ну, короче, не крит хаст точно. Вот, я линканул. А он такой же, походу. Да-да-да, он точно-точно такой же, только дырки там красные все три. А тут разноцветные. Ну, считай, плюс 9 СПД просто больше будет на 9 СПД. Ну, короче, похуй. Ладно. Еще до толка гер, блядь, такой. Да, нет. Через недельки три.